Так, где машина вашего мужа? Ее здесь нет. Внимательнее посмотрите. Я знаю машину мужа, ее здесь нет. Ну вот тупик. Вот офис его фирмы. Может, какой-то другой тупик есть? Я не знаю, он всегда оставлял машину здесь. Скажите мне, пожалуйста, правду, просто к чему мне готовиться? Минутку. Краюхин, ну что там по неопознанному? По приметам подходит? Тело сейчас где? Я понял. Я за городом. В офисе? Да, буду. Скоро как смогу. У вас что-то срочное? Тогда ждите. Прости. Тебя до города доброшу. Инга, не ори. Я тебя услышал. Соболезную. Ставицкого нашли мертвым. Итак, с новым делом вас. Майор Михеева, возьмешь на себя писанину и прочий бумажный гемор. Ну да, правильно. Да чего же тут еще? Так, только без обид и капризов. Рассчитываю на ваше содействие. Дело очень важное. Вернее, два дела в одном флаконе. Итак, авария Гурьева и его сынка крайне странная. В тот же вечер убийство Ставицкого. Ну, предположительно, в тот же вечер. В тот же вечер и в то же время. Теперь понимаешь, почему авария была такой? Подставной? Да. Вероятно, хотели скрыть следы убийства. И я это докажу. Ну, вернее, мы докажем, что Ставицкого убили по приказу Гурьева. Кто-то из его семейки. А может, и сам Гурьев. Это ясно? Добрый. Анна Владимировна, ответьте, пожалуйста. Ответьте, Анна Владимировна. Анна Владимировна, буквально пару слов. Да, с микрофоном, сюда. Анна Владимировна, прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию, сложившуюся с вашим отцом. Анна Владимировна, прокомментируйте смерть Станислава Ставицкого. Это было убийство? Пожалуйста. И все же, вторая смерть за неделю связана с Владимиром Николаевичем. А вы, я вижу, знаете больше полиции, да? Я бы на вашем месте была бы поосторожнее со словами, иначе вы будете привлечены к делу. И еще, на будущее для всех остальных, чтобы не было больше соблазна сочинять всякую ерунду. Мой отец никак не связан с трагической гибелью своего сотрудника. И за клевету мы будем привлекать к суду. Всем ясно? Всего доброго. Если... Подождите. Анна Владимировна. Анна Владимировна.
Инга Игоревна, хочу сообщить. По факту убийства вашего мужа возбуждено уголовное дело. Простите, что заставил вас ждать. У вас был тяжелый день, у нас у всех. Стаса убили? Я читал протокол, как его обнаружили, состояние тела. Сомнений нет. Я найду убийц. Только помогите мне немного, Инга. А, подполковник, вы тут? Извините. Но вы же знаете, кому мешал ваш муж. Пойдемте, Елена. Вот как обещала выписку на Владимира Николаевича, на Михаила и на пациентку Шушарину. Ей бы тоже хорошо еще понаблюдаться. Не волнуйтесь, Владимир Николаевич позаботится. Угу. Спасибо вам за заботу и работу. Спасибо. До свидания. Ну что, заберем ваши вещи из комнаты жениха, дальше к нам? Он мне не жених, он просто друг. Мы должны были эффективно расписаться. Мне прописка нужна была. А родители думали, что у нас все по-настоящему. Вы можете положиться на Гурева, он человек слова. Если сказал, что поможет, так и будет. Поедемте. Федор. Ты молодец, Лена. Выглядишь гораздо лучше. Пойдем. Ну, смелее, смелее. Не стесняйся. Пойдем. Ну, здесь же лучше, чем в больнице. Врач в трех минутах будет наблюдать. Я хорошо себя чувствую. Спасибо. У нас гости. Покажите, пожалуйста, комнату. Да. Денис, подыщи съемную квартиру. Хорошую. Угу. Девочка приезжая и тоже хорошая. Я ей могу свою комнату отдать. В доме места хватит всем. Иди распорядись насчет ужина. Чё-то мне как собачонку-то посылаешь. Я же знаю, что вы будете про Ставицкого говорить. Ты думаешь, меня не будут менты спрашивать, что да как? Тоже хочу послушать. Хорошо. Спасибо. Владимир Николаевич, да, я взяла то, что вы просили. За 17-е. Теперь куда? Аня у себя? Да. Отнеси ее в сейф. Я вас поняла, Владимир Николаевич. А будут еще какие-то просьбы? Улыбнись. Тебе не идет быть хмурой. А откуда вы знаете, как я выгляжу? Вы же меня не видите. Я тебя вижу по голосу. Закрою глаза. И вижу.
Владимир Николаевич, а я могу вас навестить? Позже, моя хорошая. Значит, нашли его на стройке? Да, там на Борисовском. Без документов, в строительном мусоре. Это все, что пока удалось узнать. Так, и что же он там делал? А еще интересно, куда делась его машина со стоянки? Я сам был в шоке, когда приехал, увидел, что ее там нет. Может быть, угнали? Постоял на пару дней бесхозно, ну ее и... Одно ясно. Сам он ее оттуда перегнать уже не мог. Скажи Инге, пусть подает в розыск. И вообще, я считаю, что ей сейчас нужна наша помощь. А насчет следствия, держи меня в курсе. Уже известно, кто будет вести дело? Черных и следственного. Информацию о нем уже собираем. Можно? Нужно. Лучшая приправа к ужину. Красивая девушка за столом. Звучит так, как будто ты есть собираешься. Не бойся, не бойся. У нас сегодня постный день. Вот сволочь, а. Да, можно? Владимир Николаевич попросил положить это к вам в сейф. Попросил, положи. Надо же, а какую волну подняли. Теперь придется выступать с ответом. Звенья одной цепи. Одной цепи. Я домой. Стелла, в тот вечер, когда авария произошла, ты была на встрече со Ставицким? Не до конца. Меня отправили. Значит, не могла видеть, как они расходились. Ну, чего ты встала? Ну, иди. Звенья одной цепи. Ты хороший. Сейчас пойдем погуляем с тобой. Привет. Тише, Аня же уснула. Ждала вас и уснула. Я пришел. Пойдем спать. Пап. Да, чуть-чуть. Привет, негодяй. Привет. Денис уже дома? Дома, да. Манежу укладывает. Хорошо. Привет. Привет. Я пойду с Буфом погуляю. Подожди. Я с тобой. Буф, гулять. Пошли. День, можешь рассказать мне, что произошло тогда, на той встрече? О чем отец разговаривал со Ставицким? Зачем тебе это? Мне нужно что-то прессе отвечать. Ты же знаешь, какую волну теперь на него катят. То это авария, теперь из-за Стаса. Они разговаривали о пропавших деньгах со счета. Перевод осуществил Ставицкий. 12 миллионов долларов. На контору однодневку. Потом деньги пропали. Найти их, наверное, можно, но вернуть вряд ли. Что еще? Я должна знать, что было после этой встречи. После Ставицкий ушел. Мы оставались, потом ушел твой отец. Потом они с Мишей попали в аварию. Потом пропал Ставицкий, потом мы его нашли. Все. Буф. Рядом. Вот что предоставили эксперты. Как я и говорил, предполагаемая дата смерти Ставицкого – 17 число, вечер, между 21 и 23 часами. Его сначала оглушили, потом, внимание, предположительно перевозили, потом отвезли на стройку, где добили ударом в затылок. Вполне вероятно, что брошенный Ставицкий какое-то время еще был жив. Если перевозили, то на чем? Умница. Вопрос в десятку. Вероятно, на машине самого Ставицкого. Если его перевозили на его же машине, получается, потом обратно вернули на стоянку? А где логика? А вот логику здесь искать не надо.
вероятно, чтобы замести следы. Потом убийца, на трезвую голову, обдумав, машину со стоянки вновь убрал. Вот так. Зачем? Имитировать угон или был угон? Послушайте, если некто дважды воспользовался машиной Ставицкого, значит, он имел ключи. Значит, это знакомый ему человек. Не человек, убийца. Так что, ищите машину Ставицкого. Предварительное следствие уже вынесло свое заключение по делу. В аварии на Люсиновской улице виноват Дмитрий Качук, водитель второй машины. Состояние Владимира Николаевича оценивается как средне-тяжелое, но, несмотря на запрет врачей, он уже приступил к работе. И последнее следствие по делу Станислава Ставицкого ведется. Он был большим для нас другом, для нашей семьи и близким другом моего отца. Я прошу вас всех проявить понимание и корректность в это непростое для всех нас время. Спасибо. 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 Гриш! Мама! Привет! Привет, мой хороший. Привет! Ты сегодня рано. Очень хотела тебя увидеть. И еще я по делу. У нас рубрику открыли, где герои, ну, всякие интересные личности. Вот я думаю про вашу Юлию Юрьевну написать. Директоршу. Ну да. Лучше про папу напиши. Он у нас крутой, да? Да. Про папу тоже как-нибудь напишу. Ну, что у вас здесь? Угу. О, вот же директор. Пойду поговорю с ней. Ага. Нормально все? Мам, сейчас. Дашь поиграть? На, только осторожно. Хорошо. Да. Я Гриша. А Рита — это моя мама. Она занята сейчас. А вы кто? Я с ее работы. Нет, ничего передавать не нужно, спасибо. Привет. Привет. Кофе будешь? Нет. Итак, Федор Михайлович Черных, переведен из Питера в Москву 3 месяца назад. За какие такие заслуги? Думаешь, все питерцы воспринимают Москву как повышение? Хотя Черных, да, перешел на старшего следователя, живет с женой в служебной квартире. Вот, кстати, жена Рита Черных, журналистка. Дети? Да, есть. Сын Гриша, 9 лет, сдан в интернат. Насчет Черныха, въедлив, упрям, видно, что любит гнуть свое. Если к чему прицепится, то не отстанет. Че он к моему тесте-то прицепился? Пока не докопался. Может, лучше у тести спросить? Дай мне еще пару дней, будет о них больше информации. О нем? Да. Его жена меня мало интересует. Прекрасно. Отдай, понимаю. Говорю! Что вы такое? Что делаете? Отдай, Фофанов, Шмаков! Да, а ну, прекратите! Давай мне, ребят! Отдай! Отдайте телефон! Подошли ко мне! Подошли ко мне! Гриш, это как что ты? Такое? Все нормально? Я не маленький. И это, тебе дядька какой-то звонил с работы. Только телефону каю. Я не хотел. Смотри, Бог, только не ругайся. Знаешь, Черных, давай без фанатизма. Горе его шуму, и с аварии хватит. Не просто человеку, а ты... А я веду следствие. Ну, на допрос зачем вызываешь? Это процессуальное действие. Ты еще меня поучи, дурака, как следствие вести. Я в смысле, оно обосновано. Ставицкий перед смертью встречался с Гуриевым. И тот может дать ценные свидетельские показания. Ставицкий был финансовым директором в холдинге у Гурьева. Ну, вызвал шеф своего подчиненного на совещание. Обыкновенная рабочая ситуация. Вот пусть нам эту ситуацию и обрисует. А Гурьев что, только с одним Ставицким разговаривал? Нет, на совещании еще были зять Гурьева, сын Гурьева, секретарша. Ну, с них и начни. А Владимир Николаевич? Я понял. Наш друг. Но это не значит, что у него неприкосновенность.
Мне нужны показания всех, видевших Ставицкого в тот вечер. Федор, я что-то понять не могу. Ты дурак? Или сроду так? Федор Михайлович, машину Ставицкого нашли. Кровихин с экспертами там уже работают. Где нашли? На Шипиловской. Так, меня интересует все. Отпечатки пальцев, следы крови, борьбы, перевозки, все. Тише, не все сразу. Отпечатки на руле и на приборной панели тщательно стерты. Здрасте. Привет. Да, следов крови тоже не обнаружено. Хорошо искали? Ну, иначе не умеем. Ни миллиграмма. Да, следов борьбы тоже нет. Гляньте на замок зажигания. Разворочен. Что говорит нам об угоне? Умный сволочь. Ну так. Да не ты, хотя ты тоже умный. Спасибо. Ну чего у тебя? Я узнал. Машина здесь уже 2 дня. Похоже, что в момент, как ее угнали со стоянки. Не, это не угон. Смысл угонять, чтобы через 5 улиц бросить? Ну и что, попытка запутать следствие? Явная и наивная. Итого, оглушенного Ставицкого к месту смерти везли. Так вот, только не на этой машине. Чего и следовало ожидать. А теперь мы поедем и с пристрастием осмотрим машину Гуриева, которую, скорее всего, для того и били. По-моему, это дикость. Странно бить машину, чтобы скрыть улики, если ты в ней сидишь. Он там с сыном был своей жизнью. Майор Михеева! Я заткнулся, молчу. По коням! Привет. Это я. Привет. Ты звонил? Да я телефон разбила и меняла. Мы должны еще увидеться, согласна? А где? Метро Фили. Я буду там через час. Хорошо, я приду. Что значит увезли в ремонт? Кто дал такое распоряжение? Ну, значит, кто-то дал, раз увезли. Твою мать! Машина – фигурант уголовного дела! Такого разрешения нет и быть не может! Ну, не моя смена была. Да твое счастье, что не твоя, Кубашлёк! Я думала, наш Мовчев сдаст. Он может. Федор Михайлович! Досоевский! Товарищ подполковник. Сделали нас. Сработали на опережение. Разрешение. Ну, конечно, это Гуриев. У него есть и разрешение Господа Бога за бороду подергать. Нет, ну если объективно, у нас ведь нет ни единой улики, которая бы связала смерть Ставицкого и машину Гуриева. Да потому что все улики были в разбитой машине, которую увезли и теперь все тщательно замоют. Значит так. Видео мне из офиса Гуриева за тот вечер. Кто за кем, как выходил, во сколько, до секунды. Хорошо. И в какую машину садился, ясно? Да, так ясно. Точно. Нормально. Девушка, куда ехать надо? Такую бесплатно отвезу. Еще и денег доплачу. Спасибо. Ничем не могу вам помочь. Да, запись есть, но не за каждый день. Случаются же поломки.
какие-то дни камеры работают в режиме реального наблюдения. Так выходит, за вечер 17 числа записи нет. Я бы рада, но... Знаете, у нас есть вопросы лично к вам. Вам как удобнее? Здесь ответить или, может, к нам? По повестке приедете? Ну... Ну, давайте, наверное, здесь. Пройдемте? Пройдемте. Извини, опоздал, улаживал тут с квартирой. Выходит, ты всегда опаздываешь. А чья это квартира? А это важно? Или это твоя журналистская привычка задавать вопросы? Да, и здесь. Спасибо. Все? Да, все. Вот вам визиточка моя. И что-то вспомните, обязательно наберите. Вове, да? Информация по объекту. Мне передали. До вечера. Прости. Дела. Увидимся еще раз. Я не уверена. А я уверен. Ты не хочешь? Сам уверен. Хочу. Но ты не спрашиваешь, а у меня ребенок, муж. Знаю, у тебя сын, Гришка. У меня тоже семья. Ничего не меняет. Пока. Может, я пойду в кафе? Сейчас. Краюхин, что у тебя? Я там побегал. Вот эта запись с ближайшей камеры наружного наблюдения. Ага. Соседняя улица. Вот. 17 число. 22:40. Правда, кто за рулем, не видно.
Угу. А что показала секретарша, во сколько из офиса выходили Ставицкий, Гурьев с сыном? По ее словам, она вообще ушла раньше них всех. Видеозаписи у нас нет, регистрации ухода с вахты охраны тоже нет. Да. То есть, во сколько ушли, в какой последовательности, могут сказать только они сами. И куда же ехала эта машина? Сразу домой? Или с небольшим заездом на стройку? Вот вопрос. Угу. Так что по делу? Крепко взялся этот Черных. Даже чересчур. Угу. Скажите, Владимир Николаевич, вы знали его раньше? Я давно живу. А если он из Питера, могли пересекаться. Так что по машине Ставицкого? Считают, что была в угоне? Наш информатор не настолько вхож, чтобы знать такие детали. Какие могут быть варианты? Человек пропал, потом нашли убитым, потом нашли его брошенную машину. Или он сам ее бросил, или… Или тот, кто убил. Ну как, освоилась? Он тебе нравится? Кто? Как кто? Отец. Отец всем нравится. Только ты не надейся, он на тебе не женится. Вдовец – это призвание, понимаешь? Ну, а я тебе как? Вы дурак? Дурак. Или сроду так, присказка такая. Да, я дурак. Слышишь? Дурак. Ну, а может быть, все-таки останешься? Не могу, меня… Не бойся. Ждет. Ну, а мы поужинаем. Столом. Ты чего? Господи. Ой, черт. Ну что ж ты? О, ты чего? Такой засос. Не иначе, как героя очерка наградил, да? Да нет, чего, я просто ударилась. Угу. Бывает. Только рукой не закроешь, попробуй тональник. Сойка. Понимаю. Вляпалась подруга. Я даже не знаю, как это назвать. Ну, это наша вечная проблема с определениями. Предлагаю несколько вариантов. Страсть. Соблазн. Измена. Если изящно. Ну, а если по-простому, то левак, трах-бах. Так, все, замолчи, пожалуйста. Молчу. Ну что ты, вольно. Квартиру тебе нашли. Завтра можешь переезжать. А хочешь, останься. Буду рад. Спасибо, но я лучше домой. Это куда? Сестрорецк. Завтра похороны Мити. А потом я уеду. Ты боишься чего-то? Я подведу вас. Если будет допрос серьезный, они поймут, что я вру. Я же видела, кто был за рулем. Вот и скажешь, кого видела. Я знаю, вы это делаете ради сына. Он у вас странный. Очень. У Гришки была сегодня. Мне там телефон разбили, представляешь? Баловались. Так, приборы. Поэтому я полдня без связи. Ты звонил, я не сразу ответила. Так,
Господи. Ну, не ответила. Не мельтеши, а. Так. Приятного аппетита. Угу. Как дела на работе? Хреново. Некий Гурьев ДТП устроил. Человек погиб. Все улики исчезают каким-то волшебным образом. Теперь я могу только догадываться, что там было да как. Это та громкая авария с бизнесменом? Mm. Строителем? Я в новостях видела. Подожди, а почему догадываться? Там же работала пресс-служба УВД. Ну, хронику происшествия кто-то же снимал? Умница! Миш, скажи, с машины Ставицкого это ты зачем придумал? Не понимаю. Понимаешь. Она стояла где обычно. Денис видел. А потом вдруг исчезла. Как раз в тот день, когда ты на такси отъезжал. Зачем? Но если машину угнали, я тут при чем? У нас же до 3 сюжетов в день бывает. Это же наш хлеб. Чем больше продадим телекомпаниям, тем выше премия от нашего начальства. Тут монтируем, потом перегоняем. Много слов, капитан. Ну, я чтоб в курс дела вести. А то часто не понимают, вы кто, менты или журналисты. Вот сам сюжет, а вот исходники. Вам что показать? Все. Все, что сняли тогда, до кадра. Хорошо. Серьезная авария произошла сегодня на пересечении Липиновской улицы и Ходынского бульвара. По предварительным данным, погиб водитель москвича. Так, я все забираю. Хорошо. Работа у нас веселая, не жалуюсь. И снимаешь, и болтаешь. Только вот бы настоящих журналистов найти, чтоб тексты писали. А то бывает такое, брякнешь. Ха. Да кто же на это согласится? Кино-то у нас не для слабонервных. У меня жена журналист. И на нервы, кстати, не жалуется. Сколько у вас тут платят? У нее как раз с работой напряги. Поминки пойдешь? Не могу, много дел. День, какие могут быть дела, когда? Важные, Ань. Инга, а? Если что нужно, скажи, любая помощь. Спасибо, мне уже Аня помогла с организацией. Инга. Я не хочу, чтобы между нами были какие-то недомолвки. Я знал Стаса много лет и знал как честного человека.
Хочу, чтобы он таким и остался в моей памяти. Я не понимаю, это к чему? Сейчас ты можешь запросить доступ к его счетам и ячейкам. Позволь, пусть Денис проверит. Возможно, по ошибке, но в него могли остаться мои личные деньги. Здрасте. Еще раз примите мои соболезнования. Да, спасибо. Сволки. Только похоронили, а уже обвиняют в рабстве. Сами его убили. Нормальная логика преступников. Валить на тех, кто не может ответить. Инга, вы… Миш, поехали. Михаил Гурьев, здрасте. Нам надо с вами поговорить. Несколько вопросиков вашему сыну зададим. Что, не могли найти другое место и время? У нас работа такая, извините. Ну, мы можем поискать какое-нибудь место здесь или пусть проедет с нами. Если он поедет с вами, то я тоже поеду. Пап, в чем дело? Не волнуйся, Анечка. Иди, поддержи Ингу. За нашу машину езжайте тогда. Хорошо. Был глухой. Алик потерял речь после инсульта. Но он разговаривает не словами, музыкой. Там такая пара, 53 года живут вместе. Представляешь, он композитор, потерял речь, но продолжает писать такую музыку, просто с ума сойти. А она с него по рынке. Погоди. Молодые люди. Пойдем. Пойдем. А во сколько вы лично ушли с встречи вашего отца со Ставицким? Я должен помнить точное время? Нет, не должны, приблизительно. Ну, где-то около 9. Да, где-то так. Ну, вышел, отпустил водителя. Он просто недавно женат, у него жена обижается. Говорите по существу, пожалуйста. Так я и говорю. Так вот, вышел, отпустил водителя. Потом опять зашел в здание. Ну, зашел и стал ждать, пока отец выйдет. Дождался отца, и мы поехали. Приехали в аварию. Ага. Машину вели вы? Отец. Вы же знаете, да? А кто может подтвердить, что вы ждали его в холле, а не на улице? Да он сам может. Охранник. Секретарша Стелла. А разве она не ушла раньше вас всех? Вот когда она выходила и видела, что я стою в холле, жду отца. Спасибо, вы свободны. Все? Да, пока все. Спасибо.
До свидания. До свидания. Алекс сказал, что давно не слышал такого нежного признания в любви. Вы знаете, я просто подыгрывал. Так, мне еще нужна одна ваша общая фотография. Подождите, пожалуйста. Хорошо, хорошо. Алик, Алик, нет, этой девушке обязательно нужно. Ей нужно для заметки. А у нас с тобой тоже будет фотография. Хорошо? Ну вот видишь, хорошо. Нет, спасибо. Риточка, только вы тоже с нами, пожалуйста. Пожалуйста. Зиночка, вы нам поможете? Поможет, поможет, Дина. Вы умеете, да? Вот смотреть сюда и на кнопочку нажимать. Спасибо. Да, Рит, идите к нам. Так, и мужа своего зовите. Мужа? Да. Всегда видно молодоженов, так сияете. И дай бог вам сохранить это чувство на много-много лет. Хотя бы на 53 года. Ну, пойдем. Да, молодой человек, ну что же вы сидите? Мы вас ждем. Пожалуйста, пожалуйста. Ну вот. Вот да, так. Лишь потом. Конечно, я все понимаю. Вы имеете право не отвечать. Ну что? Какие могут быть секреты от такой прекрасной женщины? Смените тон, мы с вами не на свидании. А жаль. Ну, время до минуты не назову, но вначале из офиса ушел Ставицкий. А я еще решал вопросы со своим помощником. С Денисом Мартыновым, зятем. Это важно? Пометьте, зятем. Сын ждал меня. Потом мы вместе поехали. И, увы, из-за меня попали в аварию. Подтверждайте слова сына, что ваш водитель Василий Янин был отпущен домой. Подтверждаю. А что же Федор Михайлович не считает нужным лично присутствовать на допросе? А у нас с вами не допрос. А, да-да, дружеская беседа. Или все-таки свидание? Вы свободны. Я тут на досуге салфеточку твою проверил из той аварийной машины Гурьева. Угу. Так вот, ну, выводы сделаешь сам. Кровь на салфетке не совпадает ни с группой крови Гурьева, ни с группой крови его сына. А вывод простой. Значит, там был третий. Не спеши. Может, просто помогали водителю или той девке второй тачки. Вот тебе и кровь на салфетке. Нет, мой хороший. Надо выяснить группу крови Ставицкого. Я уверен, что это его кровь. Кровь девки и погибшего парня тоже надо пробить. Ну, чтоб по-честному, ага. Да, ну хорошо, пробей. Давай. Давай. Что, мы едем? Пап. Владимир Николаевич. Папа! Папа! Мишка, звони! Звони в скорую! В скорую! Помогите!